Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Викинг Туристик. Мы сейчас находимся с вами в регионе Кемер, поселок Бельдиби. Будем инспектировать с вами отель Амара, клуб Марина, Актоп. Ресепшн небольшой, на входе нас встречают шампанским, соком. Территория отеля большая, зеленая. Играют здесь в бочи, стрельба из лука. У них есть здесь много всяких видов спорта, которые можно попробовать. Большой теннис, несколько теннисных кортов, но они платные. И оборудование тоже платное. Детский бассейн и взрослый. У них есть три горки. Бассейн прямо здесь, на берегу моря. Еще один бар. Волейбольная площадка находится здесь же. Бар возле бассейна. Аттракционы детские. И взрослые. $63.08 стандарт. Ванная комната, одна раковина. Есть фен. Душевая кабина. Покрытие здесь паркет. Складной диван. Кресло, плазменный телевизор, чайный уголок, тапочки, сейф, балкон с видом на территорию, на детскую игровую зону. Детская площадка, мини-клуб. С 3 до 12 лет, если дети младше, то необходимо самим присутствовать здесь. Мини-клуб большой, питание для детей у них есть. Если вам необходимо какое-то специальное питание, вы должны на ресепшене предупредить гастролейшн, и они сделают вам к тому времени, которому нужно, то, что вам необходимо. Вот такой Чингачгук тут. У них, собственно, небольшой амфитеатр. Здесь тень, солнца прямого мало. Деткам здесь будет комфортно. Гамаки. 63.12 сьют. Ванная комната. Фен, зеркало дополнительное. Ванная. Джакузи, ванная, душ. Первая комната. Здесь находится сейф, плазменный телевизор, диван, балкон. Вторая комната, покрытие здесь паркет или ламинат. Одна большая кровать, чайный уголок, тоже телевизор. Балкона здесь нету, вид на территорию. Амфитеатр, кальянная, бар. Аликарт ресторан, рыбный, с видом на море. Есть свой понтон. Ресторан, бар на пляже. Песок насыпной. Шезлонгов здесь много. Вход галечный.
два пирса. Вот слева один. И вот справа второй. F3-10 Family. Покрытие здесь ламинат. Первая комната отделяется от второй дверью и коридором. Большая кровать. Кондиционер центральный. Есть шкаф-сейф. Вторая комната, здесь две кровати. Есть халаты, тапочки. Балкон один. Балкон средних размеров. Здесь три стула, столик. Вид на территорию. Ванна. Одна раковина, фен. Дополнительного зеркала здесь нету. Ванная обычная, не джакузи. Душ. Можно позаниматься спортом с тренером. Шоппинг-центр. Здесь же бистро, работает 24 часа в сутки, можно покушать, горячие супы, если вы рано выезжаете или у вас экскурсионка, это все здесь. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, с вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.